Так, саме от боєць батальйону «Айдар» в зоні АТО, Баграм, він зараз на прямому зв'язку із нами. Скажіть, будь ласка, режисер, що є у нас включення? Алло, алло. Так, вітаю вас. Добрий день. У мене не кличка, а позивний «Баграм». Позивний, так, вибачаюся. Значит, я хотел бы сказать, вот в прессе, в телевидении, по телевидению уже говорят, что Новосветловку все освободили и так далее и тому подобное. Но никто не говорит, что там третий день идут ожесточенные бои и реально помощи, реально помощи. Я оттуда, я вот как раз вывозил Андрея Марончука и убитого, и плюс раненых, 300-х оттуда мы вывозили. Но назад уже вернуться просто не смогли. Поэтому действительно благодарность летчикам, вертолетчикам, которые сегодня пришли на помощь. Один вертолет, к сожалению, подбили. Мы не знаем о судьбе реально этого экипажа. Ну, огромное спасибо. Они единственные, которые пришли к нам, к афганцам, на помощь. Потому что нас зажали конкретно с трех сторон. С трех сторон. Понимаете? Нужна не только сейчас артиллерия, град наш, а нужна еще живая сила в помощь. Потому что мы удерживаем эти позиции. Но у нас очень много раненых. Это я вам точно говорю. Связи реально нету. А скажіть взагалі, як же ж вам вдалося втекти, якщо усе... Когда начался бой, конкретний бой, там і танковий бой начался, і з піхотою, і вони виростали просто як гриби, непонятно откуда. Когда погиб Андрій Марунчак, треба було везти на госпіталь, і плюс ще 300-ї були. От коли ми уїхали, от так вийшло, що я оттуда, я не убіжав, повірте. Я зрозумів, так. А відступали. Скажіть, а скільки взагалі бійців там ще залишилося? Ми не відступили, блядь. Ми стоїмо, чекаємо, ми тримаємо це. Пацани тримають там, просто допомогу треба, як би. Понимаєте? Жива сила, блядь. Скільки вас залишилося? Всі говорили, що прийдуть воєнні і підтримують, але тільки чого-то вони до сих пор не дійшли. Мы готовы воевать, мы воюем конкретно, понимаете, что бы там ни говорили. Ну так давайте, поддержите. Так, дякую вам. Количество людей реально, их там тучи идут, а нас количество людей, блядь, человек 80, сука. Дякую вам. Це, нагадаю, на прямому зв'язку був боєць батальйону «Айдар» в зоні антитерористичної операції.